Поэтому какое пророчество от Бога, а какое пророчество от эгрегора и сатанинское фактически пророчество, это большой вопрос. И подходить к ним так, что если вот сказали пророк и пророк, а фактически получается что? Вся история человечества развивается в связи с пророчеством по Исаия. А от кого Исаия получил свое пророчество вот это? От Бога или не от Бога? Вот вам видите, какие серьезные вещи. Когда знаешь достаточно общую теорию управления и умеешь отличать одно от другого, правильного от неправильного, ложь от правды и так далее. Дальше пойдем то, что касается пророчеств.